Мы готовимся. Ты будешь с носом? Дима, с носом останутся те, кто не придут на доборы! Стоп. Отлично. Спать хочешь? Спать хочешь? Кому? Кто ты хочешь спать? И никто не нервничает. Сколько у нас осталось минут? Мы уже должны выходить. У нас 4 осталось. Ну, до начала. Класс. Я думаю, там выступительное слово. Да? Я думаю, там будет очередь, пока растянутся. Пока готовы. Да. Боже, это камера. Вы тоже. Женя, я у тебя все заберу, чтобы сделать ее однотонной. Аня, убери нам. Александр. Душевного разговора, пока ребята готовятся. Окей. Если вы еще не знаете, эта Свинляндия проводится 9-й раз за всю историю. Я бы хотел обнаружить в зале... Я бы хотел обнаружить в зале людей, которым повезло побывать на всех 9 Свинляндиях. Ксюша Павлова, Тарас Мельник, как тебе это удалось? Кто еще? Я еще видел руку там где-то. Черт возьми, я без контактных линз. Апазьян! Привет! И еще из-за занавеса рука чья? Третья! И фантомная рука Гены, нашего ангела горячей воды. Мне кажется, что еще и Шимов скромничает. Он, по-моему, еще не пришел. И у меня, если вы помните, у меня есть Шимов собеседник на кабаре, вы ему задаете вопросы. Окей. Спасибо, Федя.
Итак, мы почти готовы. Как вы знаете, в этом году тема Свингляндии – цирк. И, по-моему, начало Кабаре вполне соответствует этой теме. Этот человек вообще много сделал для свинга в мире, но, по-моему, сегодня это одно из таких самых больших достижений. Сейчас Гена разберется. Окей. В предыдущем номере был замечен эффект матрица, кстати, все видели? Очень приятно, что наше с вами общее увлечение ширится и растет в регионы. Сегодня у нас будет несколько номеров от представителей городов, которых еще до недавнего времени не было видно и слышно на свинговой танцевальной сцене. Сейчас выступят танцоры из города Одесса. Несколько лет подряд крымский вариант Свингляндии в течение бархатного сезона. Мы танцевали, купались в море. Гена мог бы на полставки подрабатывать противовесом для занавеса. Это все задумано, как вы понимаете. Дети, выбирай конкурент. Гена, как атлант. Это питерцы сейчас должны себя почувствовать как дома. Что ты будешь отвлекать внимание от номера, спрячься немножко. Итак. Встречайте из Одессы. Вам говорят. Школа больных танцев вам говорят. Миша налила, Миша вина подала. Шаг вперед и два назад. Кавалеры приглашают даму, даму где брошка, там берут. Миша вина налила, Миша вина права. Шаг вперед и два назад. Дамы не сморкайте за навески, это не прилично вам. Единично и несимпатично, это некрасиво вам говорят. Кавалеры, держите дамов, пишите дали вам говорят. Тули вишеки налево, и вишеки направо, и шаг вперед, и дверь назад. И там вы приглашайте кавалеров, дамы, где галстук, там берут. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад. Дима, Гриша, бросьте разговоры, ну что за баламуты вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад. Давай, давай, руки не самый кузов. Это не пропеллер, а вы самолёт. Это неприлично, это некрасиво, дети не единично вам говорят. Дамы, дамы, помогите Боре, помогите Боре, вам говорят. Он наделал лужу в коридоре, шаг вперед и сложно вы войдите. Алик Раминович, я имею выйти, а я имею выйти, вам говорят. Алик Раминович, не забедите, шаг вперед и сто назад. Одесса, чемпионское место, теперь еще один спорт, туда поехать, у них каждую неделю танцы. The
Yeah.